Дорогие мамы и папы, смотрите в следующем выпуске «Детонации». Когда ребенок перевозбудился, ему очень тяжело заснуть. Пап, а что дальше? Как папе удалось все-таки ребенку ложить спать? Спят усталые игрушки, книжки спят. Его необходимо, конечно, постепенно приучать к своей постели. Я его не заставляю спать. Каждая мама, она очень заботливая. Она может найти ключик к своему ребенку. Как же уложить ребенка спать? Ответ на этот вопрос знает программа «Детонация». Не пропустите программу «Детонация» на телеканале «Надия».